Первый комплекс упражнений, он направлен на разогрев суставов и связок. И в основном состоит из круговых и вращательных движений. Наклоны головы. Расслабьте мышцы шеи. Сделайте макушечные усилия и при наклонах сохраняйте его. Вращение головы. Вращение головы можно делать с напряжением, можно в расслабленном состоянии. Вращение кистями. Плотно прижмите ладони друг к другу. Следите, чтобы движение было с максимальной амплитудой. Сожмите ладони в кулаки. Делая упражнение с напряжением, отключаете сухожилие. Вращение локтевых суставов. Постарайтесь максимально выкрутить предплечье, чтобы также увеличить амплитуду движения. Поочередное вращение. Взглядом наполняйте свое движение. Вращение в плечах. Максимально старайтесь опустить, поднять, закрыться, открыться в плечах. Вращение руками. При отведении рук назад старайтесь свести руки за спиной. Наклоны корпуса. Руку постарайтесь держать прямой. Через руку направьте корпус. Стремитесь, чтобы наклон был в горизонтальной плоскости. Вращение вокруг горизонтальной оси. Рукой, взглядом удерживайте точку, вокруг которой вращается корпус. Ваше внимание должно быть сконцентрировано на пояснице. Вращение корпуса. Взглядом и руками удерживайте плоскость. Старайтесь с максимальной амплитудой делать движение. Пальцами ног зацепитесь за пол, чтобы удержать равновесие. Все упражнения разминочного комплекса старайтесь делать по 7-8 раз в каждую сторону. Вращение в тазобедренных суставах. Руки находятся на бедрах, и они помогают движению и увеличивают амплитуду. Увеличивая ширину позиции, мы увеличиваем нагрузку на суставы. При вращении колени ноги согнуты. Перед началом следующего упражнения разогреем коленные суставы и связки. Вращение колен. Плотно прижмите колени друг к другу.
стопы также не отрываются от пола. Вращение колен. Припадите ноги на ширине плеч. Вращение стопой. Постарайтесь, чтобы ваша пятка описывала круг. Во время вращения слегка надавите на стопу, чтобы увеличить амплитуду движения.